17 октября рабочая группа администрации Каспийска во главе с Борисом Гонцовым проверила ход работ на объекте «Стела Город Трудовой Доблести» и «Бульвар Абдулаева». Отметим, что возведение монумента проходит качественно и в срок. Сейчас рабочие должны благоустраивать прилегающую территорию, однако глава города выявил, что работы в этом направлении еще не начаты и поручил увеличить темп работы. В ходе выездного совещания также были выявлены и другие недочеты. Представители водоканала и Каспэнерго не выполнили поставленные задачи, тем самым замедлили ход работ. По завершению рабочей встречи глава Каспийска дал соответствующие поручения ответственным службам. Напомним, что на данной территории предусмотрены посадка зеленых насаждений, установка освещения, малых архитектурных форм, зон отдыха, детских уголков, а также бесплатный Wi-Fi. Торжественное открытие стелы «Город трудовой доблести» планируется 5 декабря текущего года.